Ульяновске пошел премьерный показ фильма «Должник». В 20-минутном фильме творческого объединения «Юфильм Продакшн» показано похищение карточного должника местными бандитами. Это социально-криминальная драма, история которой сводится к неожиданному финалу. Для режиссера Михаила Моисеева это первая серьезная работа. На первых порах особенно было очень сложно понять, что конкретно нужно сделать, ведь всем не угодишь. Особенно в нашем проекте у нас так было, что очень много идей было со стороны. Со всеми надо было что-то обсуждать, соглашать. Были разногласия, бывало. Но все-таки мы нашли общее решение и продвинулись дальше. Актерский состав небольшой. 12 человек и все ульяновцы, прошедшие кастинг. Есть среди них резиденты киномастерской «Киноквант». Главную роль исполняет Максим Никанов. Не могу сказать, что тяжело, но и нелегко. Съемочный период длился, знаете, где-то, наверное, недели полторы. Мы снимали этот короткий метр. На мой взгляд, он у нас удался. Интересно, что все актеры согласились работать на чистом энтузиазме, без гонорара. Собственно, и бюджету фильма как такового нет. Реквизит собрали по знакомым. Оружие, которое появляется в кадре, всего лишь автомат для страйкбола. Съемки проходили на Волжском берегу и в коттедже рядом с ним, который предоставила генеральный продюсер кинопроекта Юлия Алексеева. Сцены в лесу, в заросшей части парка «Дружба народов», а также на подземной парковке одного из торговых центров. К слову сказать, «Должник» — это шестая картина ульяновского творческого объединения ее фильм Продакшн. За предыдущие годы уже были выпущены сюрреалистические фильмы «Сдвиг и чердак», криминальная драма «Кладоискатель» и драма «Рыбка». Год назад мистический триллер «Чердак» признан лучшим экспериментальным фильмом международного кинофестиваля «Белые ночи».